Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 мая. Память святого священномученика Ферапонта. Этот святой Ферапонт был святителем Сардийской церкви. Здесь он обратил ко Христу свои мучения многих еленов и злопоклонников и просветил их святым крещением. Святой Ферапонт был взят Егемоном Юлианом и в узах заключен в темницу. Был томим голодом и жаждой долгое время, будучи выведен из темницы, предан различным мукам. Затем введен связанный Синаон, город Фригийский, и в Анфир, город Галатийский. Причем всюду был многоразлично мучим. Когда же святой был приведен к реке, называвшейся Асталой, то был растянут на земле ногой и привязан к четырем кольям, вбитым в землю. Затем мучители били святого столь сильно, что даже кожа спала с тела его, и земля напиталась его кровью. Колья же те пустили ростки, произрастили ветви и листья, затем выросли в большие деревья и своими листьями исцеляли различные недуги и болезни людей. Наконец святой Ферапонт был приведен в область, находившуюся в Лидии, вблизи реки Гермуса, протекающей по Лидии, в епископии Саталийской, подчиненной митрополии Сардийской. И здесь после многих мук был умертвлен за исповедание имени Христова. И таким образом принят от Господа, принял венец нетленный. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.